Я вот зашла с Валиханова сюда, в этот дворик. Здесь вот 192-й дом. А мне нужен 190А. Мне сегодня попался ваш комментарий. Думаю, ладно, по пути сегодня сниму. Здесь рядом, тем более, недалеко от нас. Это получается вот задняя часть дома вашего. Я надеюсь, это он. И потом пойдем во дворы. Здесь хорошо как сделали. Обновили все в этом дворе. Сейчас посмотрим ваш двор. Обновили или нет. А здесь все, смотрите, как аккуратненько. Скамеечки какие. Друг против друга. А то вечно, когда жили в квартире, на одной скамеечке лепились все, свисали. Здесь можно наискосок пойти. Здесь какие-то ступеньки были. Что-то такое здесь было. Что-то было. Тротуарчик сделали. Свежий видно. Кажется, в вашем дворе ничего не сделали. Вот, да. 190А. Вот ваш дом. Там тоже все сделали. Здесь пока нет. Жалко очень. 190Б. Там стоит угловой домик, по-моему. Пойду дальше отойду, чтобы захват был получше. Здесь все старенькое осталось. Зато деревья какие вон, те же самые, наверное, все в зелени летом. Ты за веток не видно. Тут последний подъезд. Не знаю, сколько я здесь. Деревья какие большие, громадные. Вот здесь тоже деревья какие большие, выше дома. Не знаю,
Видно вам, не видно? Получается третий подъезд. Тоже деревья старые, отпилили немножко. Прям в небо уходят деревья. Это второй подъезд у нас получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего? А нельзя? Я спрашиваю просто. Потому что люди просят, кто жил здесь. Поуезжали давным-давно. Просят снять. Ну, правда, я не сказали, кто. У меня просто канал свой, поэтому... Ага. А здесь жили, очень сильно просили вспомнить себя. Что у вас тут нового в доме произошло? Ну, крышу меняют там или еще что-то. Крышу меняют, окна сами поменяли, видите, ногти, все окна все новые. Во всем доме. Проводку. Ну, чтобы поменяли. Им там интересно было, проводку. Проводку не меняли, отопление все поменяли. Отопление, да? Да, водопровод. Счетчики вынесли, а водопровод... Заодно все сразу, но все делали в кредит. Ну, лучше, да, чем как было, когда в 90-е поезжали все, да? Сейчас лучше. Небо и земля, у нас там сейчас все сухо. Тепло в доме? Да, мы все заменили. Чисто, сухо, канализация вся чистая. Угу. Дом на кондоминиуме. А что вот у вас не сделали, как вот там в том дворе, вот эту площадку, еще не подошла очередь? Очередь не подошла одно. Но у нас земля, вот это вот вся частная собственность. Вот это а ваша? У них все государственное. Поэтому. У нас частное. Поэтому вот это все наше. Все ясно. А мы будем делать просто частично. Что нам вот сломанное, то поменяем. По мере возможности, да? А это все, ну нам-то нужно уже за свой счет. Ну вот я говорю, либо по мере возможности. Либо от земли отказываться. Документов опять за свой счет. Поэтому я и смотрю, вот у них есть, у других нет. Я говорю, наверное, потом, очередь не дошла. Да, и потом, та сторона, вот та, сейчас где делают, им на 2 года раньше делали. Поэтому им сейчас вот так вот и меняют. А нам вот, возможно, нынче будет. Заявку а вы домком, да? Вы домком? Я помощник. Ну ясно. Начальство, короче. Да, нас двое. Все блюдите, все смотрите. Да, вот скажу. Если что-то, да, спрашиваю. Зато у нас здесь ни шарамык нету, ни алкашей нету. Туда не боятся. Вот 2 овчарки ходят, всех это... Ну, правильно, с одной стороны. Сдали в полицию, вызывали, увезли. И все, да? Все, больше ну, хорошо. Заботитесь о своем доме. Зато дети могут спокойно гулять. Ну, да, это самое главное. Ладно. Ну, вот. Такие ну, дела. Хорошо, привет вам. Да. Может быть, вы давно живете здесь, да? Ну, если они уехали я не знаю. 2000-го, тогда я их не знаю. А если после 2000-го, то, возможно, они меня знают. Если после 2000-го года уехали. А если до 2000-го, то я здесь еще не жила. Ну, ясно. Я жила здесь рано-рано, потом жила, потом снова жила. Ну, ладно, спасибо за информацию. Я говорю, жалко, не сказали, в каком подъезде они жили. Скажите, что земля является частной собственностью, удивятся очень. Да, конечно. Ладно, спасибо. Это первый подъезд.
девочка оказалась очень хорошей, добродушной. Все рассказала, все показала. Вот ваш двор. Вот так, оказывается, у кого не заменили вот эти площадки, значит, это собственность здесь жильцов, частная собственность получается. Здесь вот выход на Валиханово.